Если вы давно не бывали в музее-заповеднике Абрамцево, самое время посетить усадьбу, в разное время принадлежавшую писателю Сергею Тимофеевичу Аксакову и промышленнику-меценату Саве Ивановичу Мамонтову. В тени векового парка можно укрыться от солнца и поразмышлять о вечном после того, как напитаетесь красотой в экспозициях Абрамцева. В корпусе искусства 20 века новая временная выставка Роберта Фалька. Роберт Рафаилович Фальк, как и многие художники общества «Бубновый валет», связан с Абрамцевым. Он приезжал сюда в 16-17 году, в 20-е годы они приезжали с Лентуловым и останавливались под Сергеем Посадом. И уже в 40-е годы, в середине 40-х, Роберт Рафаилович вместе со своей женой Ангелиной Васильевной Щекин-Кротовой предпринимает целенаправленные поездки в Северное Подмосковье. Он любит Софрин, он любит Ходькова и любит Абрамцевский лес. Работы Фалька камерные, отмечает Светлана Волкова, ведущий научный сотрудник музея. Камерный зал подчеркивает эту особенность работ художника. Выставка Фалька в Абрамцево, хоть и скромнее той, что проходила недавно в Новой Третьяковке, но позволяет проследить путь художника, увидеть его эксперименты. Здесь есть и тональные работы, здесь есть и работы, в которых Фальк работает светом. Но во всем Фальк самоуглублен, и во всем Фальк верен вот той самой ранней прививке цветом и композиционной целостностью, которую он получил у наших абрамцевских художников Серова и Коровина. Выставка Роберта Фалька продлится до 19 сентября. Подробности о других мероприятиях музея на сайте Абрамцева. Оксана Мирошникова, Михаил Кирсанов, Кирилл Емельянов. Программа «События».